А, кого? С кем? Штормом, Святочка. Я понял, мы на зеленую его метку идем? Да, я с тобой. Слышишь, забери тогда у Айдара рюкзачок, ладно, поменяйтесь, рюкзачок будешь ставить. Я тоже туда рамен? Да, и ты. Получается, вы группа арки, понял? Все остальные, Видос, Баш, Эйджин, Нечто, и я, группа Браво. Значит, ладно. Я думаю, смысла нам туда идти нет, в низины, типа на 20 движка. Почему нету смысла? Всегда есть смысл. Можешь не идти, я пойду вниз. Я тоже вниз, я имел в виду дальше, по раньше пущили. А, сори, я неправильно сказал. Я с догоном, а токарь со штормом. Вижу Land Rover на 30 где-то километра полтора. Там три Land Rover. Мешок поставь, пожалуйста. Нет, карты. Пацаны, дайте мне. Видос есть? Карта. А, ну где на Занагары, там дальше, на восток. А нас актуально катаются туда-сюда. Только справа смотри, мол. Ну вот здесь вот на моей метке на юг поехали два. Чел кого-то молится. Вернее, один там, короче, крутится вокруг. Прям на моей метке. А, Чарли, а вы сможете Браво прикрыть, получается, чуть позади находить? Я запад занял, просматриваю западную низину. Минус. Так, я тебя не вижу. Азимут такой был. Азимут такой. На востоке. Дверь хлопнула. Смотри. На сотне. Заходит мор, АБ. Прикрывайте тогда, да, получается, восток. Больше восток. Восток принял. Там отделение справа, на восток. Где? На том хребте? Да, дальше. Шайтан, смотрите, чтобы они по южному склону не обходили нас, окей? По юго-восточному? Да-да-да, с востока, и чтобы они, короче, понял, они заходят с востока, но чтобы они через юг нас не обходили. Это по-моему. Окей, попробую. И Айдара тоже не взялась. Я где-то на 220 от тебя. Рэмбек. Да. Понял. Поставил метку, два ландака едут на запад. Да, все, походу, ландаки, у нас ближний контакт. Они могут нас объехать и по нам стрелять. Я понял, СМ2. А там отметили уже. Я сбегаю за патрульным ключом. Давай, я тебя прикрою. Стой, куеш. Я лег. Ром? Я лег, я лег, я покуешил. Блять, кто бежит ниже? Че ГП? Моя. Здесь второго здесь кого нет, только. Да. Где КПшки рвутся? Где КПшки рвутся, там талиб. А куда уходит? Налево, направо? Он там валяется в камне. Там М2, М2, М2 стоит. Только убил его. На М2? Который смотрел бино. Немного восточек по мне. Пулемет, пулемет. Айдар живой? Да. Я убил. Ты сейчас работаешь? Я убил его, Айдар. Все хорошо. Сейчас кто одиночным поливает? Я. Хорошо.
немножко. Вот сейчас где КП, там Талиб. Он ровно север от нас, 50 метров, слышишь? Ой. За камнем. А труба что, отстрелянная или что? Нормальная вроде. М2 кто-нибудь брать будет? Да, да, сейчас. Били этих талибов, у которых метка? Нет, нет. Камочка. Сейчас где граната, там был талиб. Он там еще, выйди, он на меня сагрился. Сейчас, секунду. Справа, слева. Минус. Умница. О, там СВД. М2, уходи. Чья граната? Не моя. Значит, там еще есть. Все, вижу, он, да, уезжает. Одного убит. Ромбик живой? Да. Шайтан, ты? Шайтан! У нас контакт в упор. Походу взорвал его. Походу взорвал, да. Тебе товарищ. Сучка, Айдара убил. А, нет, живой. Торма надо, да? Айдар. Шайтан, у меня еще один. Вышел я. Добрал. Хорош. Айдар выжил? Все, отлично. Айдара подняли, нет? Да. Но он без ноги теперь. Понятно. Шайтан, можешь сходить за дальний, проверить, актуально ли? Где она? Ну вот тут чувака добивал, которого взяли. Понял, сейчас займусь. И пилил скина техника, по-моему. Дальняя рабочая. Окей, отлично. Что, по ДВ говорят, что-то важно? Сейчас я пытаюсь понять, что там они хотя бы хоть город назовут. А какой номер можно сказать? Я на лампе поставлю. 5-2.3. А что там по медикам-то узнавал? Блин, забыл сейчас. Но мы можем увезти его на базу. Номере, да, типа, палатку. Это триггер наш западный. Ты можешь им сообщить, что мы туда подъедем туда, что ли? Давай, я передам сейчас. Сейчас я скажу цвет ландака, я не помню, какой он. Кэмпу.
Камуфляжный ландак с пулеметом. Сообщи, что мы сейчас поедем к триггеру. Без вооружения? С пулеметом, без, а, без крыши, без тента. А, это где я сижу, да? Все, я понял. Вот слышал, да, от тебя на западе. Где-то ты ешь. А что за стрельба из тарганата? Кому не стреляют? Так у них тоже там противник, а южный триггер уже в упор гранатами забрасывал. На борту. Угу. Мы. Сейчас я уточню. Давай, спрыгивай. Вижу два вражеские. Где? 185 направлений. Следующий гора. Это километр. Слышь, куда? Да, так, разы быстрее. Так, точно быстрее, да. А, чтоб стамина мне хватило тебя поднять. Да, дал курсовой выкатил точку. Тут толку, тут стоят. Парни, медика, медика. Он их не стоит слева. Сейчас будут, скорее всего, подходить к нам. Не, пехота. Медика, медика, нам мужчина. Вот они оттуда будут подходить. Ты просто забаговался над стейками. Это просто единственная палатка, которая мы нафиговали. Так, Айдар, ты раненый? Да, у него там вся нога выбита. Это... Так, вижу транспорт на 180 ровно нога. Пробуй. Пробуй выбить нечто. Давай я. Это есть, просто. Я делаю. Аптечка. А я в другом месте пехота. Пехота на 190 бежит, посмотри. Что? Вы от ромбика? Да, 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 да. Ромбик на связи? Да, на связи. Мы все готовы дальше действовать. Куда нам сместиться? Ну давай к нам возвращайся тогда. Сейчас тебя на 200 вот там они бегают. То направление скорее всего чистое. Можно взять ландак и объехать их через юго-восток. Еще раз повтори. Можем на этом ландаке вас забрать и объехать через юго-восток. У них, судя по их дальней, все движение оттуда с юга идет. Давай, 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 согласен. Куда нам подъехать? Поставь нам метку. А у нас так тоже ландак есть. Просишь, езжайте, мы за вами поедем. У нас же есть ландак тоже. На двух поедем. Хорошо. Сейчас дам маршрут. Есть метка, где они? Сейчас кидам. Да, моя метка М2. Они туда в низину спускаются в сторону южной высоты. Принято. Кинул точно метку. Да, я вижу ДМ, да. Смотри, говорю, хорошо по сторонам. На них метка может быть неточная. По сути, они сейчас на западе от нас. Все, убил его. Блин, кажется, есть метки, надо кидать. Давай вот здесь. Повтори. Повтори. Шита, прием. Двое, не да? Давай на гору, Айдар. На запад. Слышно, прием. Ответили. Раз, 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 слышно? Да, да. Мы на своих актуальных метках сейчас обновлю. За горой были. Да, я понял. Поставил метку еще раз. А, вы туда уехали? Ну да, я там поставил путевые, тут вроде как спокойно все. А ты видел точку голубки, где я поставил? Да, 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 да. Сейчас мы проверим. Мы сейчас будем объезжать через восток тогда. Все, давайте сопоставим. Вдали есть инфаркт? Они сдвиг сделали. А, все, я понял. Ну все, давайте самостоятельно тогда выйдете там. Хорошо.
Еще ландак приехал, смотри, на 320. Он там стоял, или ты видел, который двигается? Двигается, двигается, левее смотри. Бота либо вижу. Приготовились. Руки трясутся. Три талиба, быстрее, Айдар. Я готов. Я беру левых. Блин, уходит. Сука. Тот успел упасть. Блять, да. Уходим за противоположный склон. Опетка. Уходи. Айдар, блин. Опять тебя в ногу долбанули. Тебе везет. Ни брони, ни хера, только каска из полиэтилена, блин. Ну все, сейчас должен встать, по идее. Опять без ноги, что? За эту медаль будет? Нет, это квейкера. Да. Надо этого добить. Живой не упал? Да, живой. За кустики зашел. Живой не видно. С востока. Посмотри туда пока тыл. Сейчас я гляну, что у нас впереди. Живой? Да, в упоре. Минус 2. Они на 290, прям близко у нас. Прям на вершинке? Да. Сейчас я медленно, но вечно подхожу. Можешь сделать там один выстрел? Или парочку? Привлечь внимание? Да, да. Пусть подумаешь, я туда ушел к тебе. А, все, нормально. Айдар? Ответил. Тут все чисто, походу. Для чего мы сюда лезли вообще? Так здесь было вместе. Здесь мы уже уехали. Сейчас дальнюю возьму у них, посмотрю. Нет, тогда поднимайся тоже. На восток поглядывать буду. Так вижу, свод какой-то лежит. Да, я тоже вижу. Здорово. Хрен его знает, сбился. Так, есть новая рабочая дальняя. Да, мы тут и всех... Мы тут порезали на этой горах всех.
У них дальнюю новую забрали, рабочую. Стопудово союзник. Ну, точно. Ёлки, ты 300 метров меня в оптику не разобрал. Нахер ты снайперку берешь? Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.